победа! Борьба для настоящих мужчин! Борьба – это сила! Борьба – это сила и мотивация! Я очень люблю борьбу! С таким позитивным и боевым настроем приехали спортсмены на всекрымский турнир по крымско-татарской национальной борьбе «Куреш», который проходил в Ахмеджите. В этот раз на ковре продемонстрировали свои навыки и силу 200 участников в 4 возрастных категориях – от 4 до 12 лет. По уровню участников мы видели, какие ребята уже подготовленные, и насколько уровень национальной борьбы вырос, и какие сложные техничные приемы, высокоамплитудные делают спортсмены, но меня как организатора не могут не радовать. Эффектные броски, сложные технические приемы, стойкость и достойные результаты – это не только талант самих спортсменов, но и заслуга их тренеров. Сегодняшние соревнования действительно нас удивили. Довольно-таки масштабный турнир был у нас сегодня. Более 200 спортсменов собралось со всего Крыма. Уровень спортсменов только растет. Это не может не радовать. С каждым турниром мы видим все более и более красочные броски уже. Поэтому турниры надо делать чаще, для того, чтобы детям был и стимул заниматься. И мы видим действительно у детей большой рост. Среди победителей были как опытные спортсмены, так и новички. Рамазан Абдуллаев в борьбе всего год. И сегодня одержал абсолютную победу над соперником, получив заветное первое место. Победители соревнований не смогли сдержать эмоции. Я сегодня занимаю первое место и уже самый счастливый. Сегодня был сильный соперник благодаря Шавкет Эдемовичу и Джевер Халиловичу. Я занял 11-е первое место благодаря родителям. С одного из самых масштабных турниров по борьбе на поясах «Куреш» победители увезли 25 первых, 25 вторых и 50 третьих мест.